Друзья, всем привет! С вами снова канал «Все о жизни ТВ». И сегодня у нас очередной рецепт. Ну, даже не рецепт больше, а, в общем, как правильно приготовить пельмени. Но я решил их не просто сварить, а пожарить. Нихуя себе! И я сейчас вам покажу кое-что интересное. Значит, что я вообще хочу? Я хочу их сначала кинуть в воду, ну, варить. Но я это буду делать ради того, чтобы сделать бульон. Потому что я много пересмотрел рецепты. Ну, не рецепты, это рецептом особо не назовешь. Больше пересмотрел, как правильно жарить пельмени, да? Ну, там их жарят, просто водой заливают, потом еще... Ну, я как бы все переосмыслил и решил немножко доработать и сделать по-своему. Я их кину в воду, там специи сделаю, чуть-чуть их они приварятся, чтобы бульончик получился. А потом этот бульончик мы используем в сковородку, как бы, ну, чтобы было не просто водой заливать. Ну, в общем, сейчас все сами увидите, смотрим дальше. Итак, друзья, мы сейчас... Бля. Ставим воду. Вот. Ставим воду. В воду мы, значит, что кидаем? А кидаем все, что у нас имеется. А имеется у нас следующее. Кидаем мы сюда. Лавровый лист. Охапку дров и плов готов. Пару листиков хватит. Далее. Далее. Смотрим, что у нас есть в холодильнике. А в холодильнике у нас есть смесь перцев, красный перец, кавказская приправа. Я думаю, на этом будет достаточно. Так. Значит, у нас есть вот, вот такая вот кавказская приправа. Сидим. Далее, перец красный, далее, смесь перца, ну, пусть будет, вот, для бульончика будет хорошо. И соль. Само собой. Само собой соль. Так. Ну, столько, думаю, осталось. Теперь это все перемешиваем. Теперь это все перемешиваем. Я даже пельмени все сюда... Это у нас, если что, трещит, вода попала под кастрюлю. Я даже сюда все пельмени не буду засыпать. Я так... С десяток кинул, чтобы этому воду варить я их полноценно не буду. Я это делаю, чтобы просто сделать бульон. Потому что у нас основное сегодня жарка пельмени. Ну, в общем, вода пока закипает. Ждем, я включусь. Так, друзья, у нас вода уже закипает. Вот что-то у нас насчет. Почему такая вода, не пугайтесь, это потому что здесь перцы, смесь перца, красный перец, как бы много приправ. Вода уже почти закипает, вот столько я пельменей подготовил, ну достаточно. Я как бы это делаю, опять же, я повторюсь, для бульона. Вот так, у нас поприпали они. Закидываем, чтобы они немножко поварились. Вот. Ну, теперь можно их накрыть, чтобы
быстрее закипел. Теперь мы ждем, чтобы она прокипела. Вода закипит. Я их как бы даже доваривать не буду. Они чуть-чуть, там минутку прокипят, и я выключу. Мне это нужно просто для бульона. Смотрим дальше, уже включусь, как буду процесс. Ну, сковороду сейчас достану, все подготовлю и включусь. Итак, друзья, у нас как бульон уже готов, он даже уже стоит, остывает. Я те пельмени, которые кидал, они как бы не доварились. Я их тут также сейчас переложу в сковородку, и они будут жариться, потому что они все равно не готовы. Ну, а так у нас есть еще пельмени, как бы, сейчас все покажу. Вот так, значит, включаем сковороду, вот так вам плохо видно. Сейчас поправлю. Сейчас поправлю. Сука, поправляйся. Ёбаный рот. Нихуя не хочешь поправляться. Я-то поправился уже, а, сука, камера не поправляется. Пидораска. Блять, ну ёбаный рот. Пиздец, блядь. Сука, вырежу потом половину, нахуй. Да похуй! Ну, вроде нормально. Ну, значит, мы начинаем включать сковородку. Наливаем масло. В нашем случае мы его выливаем. Ну, масло еще есть. Ну, я думаю, в принципе, этого достаточно. А так, если что, у нас, хотя можно еще чуть-чуть подлить. Так. Чуть-чуть добавим. Так, все достаточно. Теперь... Ну, мы сейчас переложим пельмени, те, которые в бульон. Так, перекладываем их. Листики нам не надо. Моментально начинают уже жариться. В бульон, кстати, можно было еще чеснока добавить, но мне как бы не горю желанием просто, а так, кому как нравится. Забыл сковородку еще, когда масло наливаешь, нужно добавить чуть-чуть соли, чтобы оно не пригорало. У меня уже пельмени сюда сыпанул. Ну, так, чуть-чуть по краям раскидаю. Я, в принципе, бульон подсаливал, поэтому так-то солить, в принципе, нам уже не надо. Так. Нам понадобится 2 вилки. У меня пельмени маленькие. Конечно, удобно, когда они более крупнее. Пока ждем. Тут еще. В общем, ждем. Чтобы корочка взялась. Чтобы они начали жариться. Да, конечно, когда мелкие пельмени, их переворачивать очень долго. Когда более крупные пельмени, быстренько перевернул, а тут пока каждую перевернет. Ну, что поделать. Что есть, то есть. Пельмени, кстати, я купил в Магните. Они, скажем так, из бюджетных дешевых пельменей.
Это более-менее можно есть для студентов. Стоит наш пакет 1,5 килограмма 150 рублей. Ну вы сами думаете, что может быть 1,5 килограмма пельменей за 150 рублей. É isso aí, galera. Esse é o novo hit do João Lucas e Marcelo. Tchu-tcha-tcha! Вот, друзья, я выложил пельмени. Те, которые я уже закладывал из бульона, я их уже вытащил. А вот я именно которые вообще в воде не были, только с пакета вытащил. Вот. Сейчас они у меня немножко... Я их не буду по одному переворачивать, вот, потому что они сильно маленькие. Они у меня сейчас... Корочка прихватится, я бульоном их залью. В общем... Сейчас они немножко пожарятся, я включусь. Друзья, вот они начали у меня как бы уже поджариваться. Сейчас будем заливать бульоном. Вот они у меня, красавцы. Как бы, чтобы они полностью вошли в воду. Просто, когда просто водой заливаешь, они будут, как бы, ну, не очень. А когда я вот бульон сделал, конечно, те, кто по-быстрому хочет их пожрать, сварить да пожрать, он не будет суетиться, мучиться, ворочаться. Ну, это так, кто хочет что-то как-то необычного и готов на это потратить время. Можно и заморочиться. Я знаю бот, он это Анна, Анна это он. Он kan banna det så hårt. Hon röjer upp i våran kanal. Jag vill berätta för dig att jag känner en bot. Jag känner en bot. Hon heter Anna, Anna heter hon. Hon kan banna det så hårt. Hon röjer upp i våran kanal. Jag vill berätta för dig att jag känner en bot som alltid vaktar alla som är här och som ser till att vi blir utan besvär. Det finns ingen takeover som lyckas. Kom ihåg att det är jag som känner. Так, друзья, мы нажарили пельмени. Сейчас выложу, покажу вам. Они у меня такие маленькие, получились как чипсы. Но прикольно. Ну, советую брать покрупнее для жарки. Потом можно кетчупа, что как это принято для пельменей, правильно? И, как вы уже видели, я любитель чем-нибудь еще посыпать. Ну, я вот, о, вообще круто, даже на кетчуп посыпал, красота. Я вам сейчас с другого ракурса покажу. Смотрите, друзья, что получилось. Silenced in light too, but he knew.
общем, друзья, вот такой получился у нас выпуск. Небольшой, ну, может быть, кому-то интересен будет. Еще раз повторюсь, для жарки пельменей лучше брать покрупнее. Они как бы тоже пожарились, но немножко такие получились, как чипсики. Как маленькие семечки. Вот. Я вообще люблю, конечно, покрупнее пельмени. Ну, взял такие, решил показать, что получится. А получилось то, что вы увидели. В общем, ладно, друзья, самое главное, напомню, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет еще много интересных видео. Давайте. Всем удачи, всем пока.